Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Вот проблема в фильме в том, что... Проблема в фильме то, что этот, вы берете персонажа, у него 10 брони всего, и по итогу вам дают чуваков, у которых у каждого брони больше. У Элизы, по-моему, 13, да, брони идет. У нее 13 брони, а я играю на фильме, у которого 10 брони. И тяжело получить какое-то прям преимущество. Шарадж там вообще у него 17 брони. Я бы сейчас брал с обилкой Шараджа, в итоге, и... у которого 7 брони забрали просто так. Go level. Может, он не поставит на стол и просто обилку нажмет. Он поставил, да? Нет, не поставил, секундочку. Или поставил. Так, положите в руку 30 карт. На яд непредсказуемый. Купите 7 существ. Разыграйте пирата дракона. Все сложно. Почему все сложно, ребят? Мехов, наверное, нету, если козверя, да, под яд непредсказуемый. Я могу выполнить яд, попробовать. Я не знаю, просто яд немного чмошный. Но с другой стороны, сокровищница. 7 существ надо купить, как будто я тоже долго. Сокровищница хотите? Ну, гос, не попробую, значит. Пока камни не даем, проигрываем здесь по-любому. На следующий надо будет купить двоицу и обилку нажать. Потом надо будет какую-то экономику найти, либо так, либо, ну... Либо так, либо сяк, ребята. Тычка сюда, тычка сюда и тычка сюда, получается. Боится, мне жапость будет? Стол забить, если он первый ударяет, эта штука разбивает, ты дальше атакуешь и два раза эту штуку активируешь. Так, нам надо штуку тоже выполнять потихоньку. То есть на следующий должен прям троих купить в идеале, верно? То есть покупаю одного, ставлю его, продаю, потом что-то еще покупаю. Говорят, ты вчера с кем-то фриком играл в паре с Лернеем, что ли, вместе стримили? Не, ребят, я вчера играл этот, в соло. Ты на стриме все проигрываешь, потом без стрима берешь алмаз и хочешь, чтобы мы тебе поверили? Ты на стриме все проигрываешь, потом без стрима бешал, у нас хочешь, где я проигрывал. Я там, по-моему, в ноль вышел. О, такая штука есть, хорош. Я предлагаю купить сейчас монопарда, поставить его продать, забрать картежницу чисто как голду, чтоб на потом. И выполнить квест сейчас. Чтоб картежница оставалась. Ты, конечно, по нему работаешь, но ты хреново хрип от тебя, да? Чисто, чтобы хп получить. Ну, пусть бы так, допустим. Вот, да, и насчет этого... Насчет алмаза, ребят, вчера еще... Я вчера регал, я помню, где-то чуть ли до 8 утра. Там, кстати, блин, взять алмаз по ощущениям было настолько этот изи. И по итогу у меня идет катка, смотрите. Я такой, о, у меня этот 780 такой. Сейчас чуть осталось, там 1800 нужно взять, ну то есть чуть осталось. Сижу такой, так, сейчас выполню, сейчас все хорошо. Так, ага, катка. 1790 с чем-то было. Потом бам, слил. Я такой, ладно, окей, все, спать идти. Не, ладно, давайте еще катку сыграю. Еще катку играю, так, выиграл, такой, все, хорошо, опять осталось там. 1796 там было. Еще сейчас 4 ПТС и взял, челлендж выполнил. И слил опять. Затро, да блин, что-то этот, по итогу, фига там у него квест легкий, на зверей и рандомных. Супер легкий квест. Да неправильно, если легкий, еще и проснулся, и все на свете, кошмар. Кошмар, ребят, кошмар. Но не, спасибо тебе за поддержку. Нарслаж очень какой бади у короля крыс, отстой на бади. Если там тебе выпали бади, то желательно. Если он сложно выполняется, лучше другой бери. Там, когда у тебя есть существо в магазе.
того типа. Ну, смотри, у тебя билка, допустим, на драконов, и у тебя рерол стоит 0, пока не будет дракона в магазине. Дракон в магазине появляется, все этот. Опять дорогой. Фейт, конечно. Я могу забрать себе двоица продать тебе. У него форт выполнен, ё-моё, мне жопа. Я хочу попытаться зверя найти прикольного. Я могу обилку пробовать нажать на ящера или банана. Ну-ка, обилку пробуем. Есть банана. Уортлан, отстойный бадик. Да, у меня отличный, ребят, бади. Лучший, ребят, бади. Я так сделаю. Днем, короче, два камня сидит. Мы потом эти камни, наверное, сюда перельем. Реборн куда? Реборн на попугая. Смотрите, если первая тычка дает, это штука два раза такой. Там форт, эффект до конца хода, вон, по двой. Хотя две стенки, кстати, пойдет. Две стенки пойдет, ребят, две стенки нормально. Ты первый? Ты первый, хорошо. Теперь у меня, смотрите, штука срабатывает. Бам, срабатывание идет, статы. Срабатывание идет, статы. Тычка идет направо, 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 хорошо. Снова тычка, 20 атаки, выбивает, ну, то есть, минус пророк и плюс еще там поражение, все, ребят, работает, все. Четенько, 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 хорошо. У него форт эффект, это, конечно, все равно жестко, учитывая, что он уже выполнил. У меня сейчас баг был, нашел стриплета с кулона, поставил на стол, не могу, с басажабра на стол тоже не могу, чуть топ-1 не изрунило. Так что если басажабра, кулон, то стриплет не собирает существа, которые на стол призвался, значит жопа. А что-то говорили, да, про этот баг? Чел, кстати, вообще ливнул, да? Говорили что-то про этот баг, еще слышал, у меня, кстати, медальон есть. Гори ролл сделаем. Все, поехали, минус стенка. Еще есть на самом деле рерол. Ну да, это есть под Буяна, наверное, самое, самое прикольное с того, что дается. Слабо, конечно, но... Полагаю, относительно того, что есть, это, ну, как бы, получше должно быть. То есть, Дарнозму, у него вроде форт украсть, это, ну, не знаю, сколько хорошо. Тем более, там может быть не форт. Если форт украду, это может быть, что-то не придумать. На мой стол он ничего не делает, но будущее какое-то есть, но нет. Да это просто, ну, постабильнее должно быть здесь сейчас. Ну-ка, сразу мы камни перейдем. Он продал, поставил. Роу. Ящер, ящер, ящер. Я могу троих продать, сразу забрать. Там просто этот, чтобы змея не работала на другое существо. Так, не очень хорошо было. Найс. Это было сделано для того, чтобы змея не работала. То есть сработала именно на Буяна, не сработала сейчас на... Ой, там второй еще упал. Ё-моё, ребят. Смотрите, какая комбинация, просто пугу. Круш. Ой-о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 й
Так, ограничения урона нет, да? Или есть, секундочку, есть или нет? Нет, ушло ограничение. Только сейчас ушло, ребята, ограничение урона. Кто-то получает до 28 просто потому, что, ну, а что нет? Сейчас, если бы он еще ящера бы разбил, он вообще бы вылетел в помойку, нет? Ящер разбивает, все в помойку сразу вылетает. Предкостым легион ТД, да, ребята, еще успеем, успеем. Вот, там, короче, черепаха была, вот, на черепаху могла штука закинуться, поэтому я, собственно, это не делал. Годен ролл делаем. Я могу сделать, ребят, левел, обилка. Прям настолько йола. Могу вот здесь остаться и попробовать найти себе эффект конца хода. Годен останемся, ладно. Не пойду левел. Сейчас, 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 пошли, почти, ребят, нашли, почти, вот она. Опа!
Ничего не дали. Давайте отсюда пробую. Есть эффекты, ребят. Ой-о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 й
вопрос, но как? Но как? Смотрите, эта штука вешает сюда. Реборн 100%, да? Только, ну, один раз сорвать, ничего страшного. Ты сюда работаешь. Я не хочу тебя на стол ставить, я хочу, чтобы ты слот из меня освободил. Ты слот освобождаешь, потом ты атакуешь на ящера, то есть... тебя бы тоже зафидить, но тогда попугай стоит прям слишком далеко, учитывая, что у нас так мало существ, не хочу этого делать. Копируем два раза буяна сейчас, потом надо будет, чтобы еще раз буян, ну, два раза еще копировался. Ё-моё, левелобилка, если только там падает что-то прикольное, тогда это был ворф. И с прикольным всем или там настраивало только, можно сказать, актасари, верно? Кроме актасари, все говно полное. Так. Ой-ой-ой, смотрите, пожалуйста, смотрите, готовьте ваши пугу. Стой, ты второй хрип не того активировал. Второй хрип не туда активировался. Попугай сработал с монопарда на стенку. В смысле, как я и хотел. Сработал на стен... как я и хотел. Как мне еще один круж? Ой-ой-ой, ну все. Минус айсблок. Минус, ребята, айсблок. Почему не лава побилка? Так я говорю, если я нахожу, просто смотри. Что мне нужно для моего сетапа? Буянов собрать, правильно? Если я нахожу себе 1.5, это да, ворф. Если я не нахожу 1.5, это грустненько. Ну, то есть я решил попробовать. И, собственно, видишь, это окупилось. Потому что сейчас 2 буяна, под эффектами я могу еще потом 2 буяна сделать. Разве не замечательно? По-моему, замечательно. Вообще, я думал, что мне может упасть огнепопик. Из-за этого попробовать меха Джараксуса. Чтобы реборн на него таким образом был. Но хотя у меня змея достает. Мне особо это и нужен. Чарлыгу забрать, пусть она срабатывает несколько раз под дракари, чтобы ящера подбафать, чтобы все на свете здесь подбафать. Возможно, в Чарли больше смысла. Огнетопик, я не уверен насчет огнепопика, потому что он потом будет не нужен. Но здесь сейчас он вроде как неплох, относительно. Хотя он тоже, да, такой себе. Не, давай Чарла заберем. Он, ребят, ну так. Огнетоп на кик... Нет, он-то делал, что он не на кик, он... Все еще, ребят, ну так. Я не знаю, насчет ящера делать ли его стенкой, он сейчас притычку сделает и все, и жопа нам. Я буду брать проходчика против него? Наверное, я не хочу. Не знаю, что до этого. Можно было его забрать, но... Почему не сделал ее 15 минут? Потому что Чарла сейчас работает, я решил ее поставить на стол. Притычка сделала дракари. Что там прям сверх слабо у нас? У нас даже ничего не раскрывается. Ну, в плане ему даже статов не хватает у нас. То, что есть, оно просто выигрывает его в хламину. Признал, какой рейтинг регион ТД-2, у меня там этот, Алма сейчас, 1810. Соларслана, так мы сильны, я поэтому и делаю сейчас такие вещи, то что, потому что я знаю, что мы сильны. Мы с вами классные. Единственное, что все-таки возможно стоило тебя забрать. Но мне нужно поесть зверя. Забафать тебя на хп и подменение. Можно малыша Круша взять вместо тебя? Пусть на тебя сработает. Пойдет. Ну, вроде пойдет, но не прям вау. Алмаз, ребят, это я алмазик. Звери 7 против него, кстати, синдрай может быть неплохо. А челлендж типа выполняет каждого, кто бы апнул, ну, среди стримера, да. Пойдем в пати играть, у меня 8к, научу играть.
Да я уже все, по-моему, необучаемый. Ребят, что думаете насчет круша? Он нужен здесь или не нужен? Наверное, нужен, пойдет. Можно против него, кстати, эту штуку оставить? Просто в руке подержать, потому что там двери и там будет буяны. Я поди сейчас ворую кучу буянов. Ну ладно, кое заберем. Я точно тебя продаю. Мамаша уже не так нужна. Я могу еще подролить. Могу, ну, просто остаться вот так вот. То есть ты атакуешь, потом ты атакуешь, потом ты атакуешь, верно? Сейчас два буяна в руку. Ну, сидим. Стенку было бы неплохо найти вот сюда, либо сюда. Но что-то всякие там мамаши пока забирать не очень-то хочется. Привет, взял ты что-то? Взял, ребят, взял. А почему в чате кто-то пишет Арслана в описании Арслан? Как правило, это или мем какой-то локальный. В смысле, правильно, ну, правильно говорить. Что-то он, кстати, очень сильный. Я сейчас вылечу просто против него. У него там все в золоте, у него мамаша призывается. Ё-моё. Ё-моё, ребят. И он еще отснайпил все на свете. Ёшкин там под мамашей призывается. Ё-моё, ребят. Не то копи... Не то призывается. Все не то, ребят. Все не так. Оу, щит. Как фритычка. Ну, хотя бы что-то одно, ребят, отснайпили. И теперь круж бьет, это ничего нет, да? Со вкусом банана, кстати, если кто спросит. Ну, главное, не вылетаем. Не вылетаем, сейчас у него заберем еще бананы. Ну, мы его выиграем по итогу, то есть наш этап должен быть сильнее. Это просто ящера мамаша призвалась, ему прям супер в этом плане повезло. И потом все, что призывался, ну, под мамашей получался ты, а потом еще и под буяном еще больше становилось. Везунчик. Ребят, правильно говорить... Арслан. Именно вот так вот много раз, ребят, повторять. Арслан. Эффект, ребят, конца хода еще 10 тысяч раз. По-моему, кстати, просто вылечу в помойку, если я буду его... Хотя можно его... Какой-то золотой слой, у него квест это дает случайно звери, плюс у нее там жопа вонючая. Две причины, ребята, две причины. Мне змея нужна, вроде как не особо. Не знаю, так пробуем. Но... Мне трепеты по-хорошему надо, то есть я хочу тебя трепет собрать, хочу, ну все в трепет насобирать. Я на следующий сейчас что-то не получится, я просто буяну все поставлю, то есть можно будет попугая точно продать. Он временно был. Мне стаб не всем просто под попугаем. А, нормально. У меня квест на золото, да, мне там один с голду уже дается. Чел отлетел, кстати, на своих зверях. Что? А там форт его прям вынесли. Ребят, что думаете, справимся с фортами? Справимся с чуваком, у которого форты, эффекты конца хода срабатывают много раз. Куча стенок, а еще там, смотрите, 6 ходов. Ребят, 6 ходов назад была стенка 20-23, в которой, возможно, трепет уже собралась. Ребят, 6 ходов назад стенка 20-23. Там еще свинообразы, почему он сидит в четверке? Потому что у него еще камни сверху бафают. То есть не просто сидит, там у него реально камни еще все это улучшают.
Вы это чувствуете? Чем победили? Нет, я там сколько же ролл делаю? Не знаю, если роу-роу-роу не работает, то я даже не знаю, что должно работать просто. Если роу-роу-роу не работает, то, ребят, ничего не работает. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.